Разлохматил я правую сторону. Тоже грязи не особо много было. Здесь уже вместо резинки поролон идет. Удешевили. Насос стоит пластиковый. Так, сама звезда варена из двух штук. Ну, то есть втулка и чашка на сварке. Все вот эти вот поверхности прилегания были как бы в смоле какой-то, в грязи, короче. Все обезжирил, обезжиритель. Кулачки тоже. Все было черное, маслянистое. Так, сейчас проверю качатель насос. Так, тут все одинаковое. Вот здесь вот игольчатый подшипник накатал такие вот канавки. Металл темный, качество коленвала сыромятина, я так понял. Так, вот это я заткнул ватной палочкой. На всякий случай, чтобы не вытекало, ничего не попадало туда. Все тут четко. Кстати, вот этот прилив, не знаю, прилив, не прилив. Ну, то есть он стоит заподлицо. На Макскуте джели он утоплен примерно на миллиметр, поэтому я сажал на герметик. Ну, то есть мазал вот эту вот часть, засовывал вот этот штуцер, как он там называется, и уже сверху герметиком, и уже паранит и железную пластину, ну, чтобы не подтекало, чтобы шло точно на подачу шины. Так, сейчас посмотрим, что с насосом. И поглядим дальше. Сейчас проверим, как качает насос. Масло подает рабочий, несмотря на то, что он пластиковый. Такая вот грязь оттуда выходит. Масло я, как всегда, залил стил моторный. С одной пробки выкачивает, другую закачивает. Так. Крутится он вот так вот. Снизу вверх. Вот так он стоит в таком положении. Так он крутится. Хотел вам показать еще, как сделаны чашки. Это с джела, цельнолитая. Это с аддона, вареные. И тут я себя поймал на мысли, что они одинаковые. Хотя, как заявляет изготовитель, шаг цепи 3 восьмых. Это звездочка джела. Шаг у нее 3/25. Есть у меня видео по этой теме. Начинается с видео. Во мне проснулся перекуп. Часть вторая. По бензопиле идет чисто. Ну, вкратце, на 3/25 звездочку поставили шину
и цепь 3/8. Так она ее покоцала, или это до этого было, неясно. Но чтобы не вкладываться, я искал такую звезду на 3/8. Взял я составную. Это мне осталось. Может пригодится куда. И тут я себе ловлю на мысли, что они одинаковые по шагу. Что это. Хотя заявлено, что вот этот седон на 3/8 дюйма. Ну, также подшипник здесь одинаковый. На 3/8 типа. То есть все одинаково. Сейчас я покажу цепь. Вот шина и доновская. Цепь с Макскута 146 на 3/25. Убитая цепь седона. Так она выглядит. То есть пятка зуба. Тоже она как бы закоцанная. Такая цепь, я думаю, пилить не будет, потому что зуб как бы полукруглый становится. Здесь точно. Вверх темный. И тогда я решил примерить их на цепь, точнее, на шину, на звезду. Так, червяк тут в таком состоянии, ну, зубы целые, здесь только черное, что-то непонятное, все в сторону. То есть вот надеваем на звезду 3/25 цепь на 3/8 шину. Все четко. Это чисто макскутовская цепь. Взамен ее я купил Орегон. Вот ее параметры. 64 звена, 3/25 шаг. 1,5 миллиметра хвостовик. На эдоновской цепи 1,5 миллиметра хвостовик. Макскут 1,5 миллиметра хвостовик. Сейчас я паску сажу. То есть вот все четко. Берем с джела 3/25 шаг. Шину как-то прижать. То есть видно, что она ложится идеально. Теперь вареная звезда с 3/8 дюймами. Эдоновская. Также она идеально ложится. То есть на эдоне не 3/8,
как написано на коробке, 3/25. Отсюда следует вывод, что цепь уже покупать не надо взамен вот этой убитой. Надо их сфокусировать получше. Ну, то есть вот этот режущий зуб, это пятка. Вот они все зубы в таком состоянии. В какой-то смоле. Цепь вся вообще убитая. Не вижу смысла ее использовать. Поэтому на идоновскую шину будет ставиться цепь от Макскута. Шагом 3/25. С этой цепи я сделаю одну самоделку. В интернете видел. Потом еще видосик сниму отдельно. То есть здесь ловить нечего с такой цепи, я думаю. Даже не знаю, что написано. Элтон, что ли, какой-то. Не знаю, что за цепь. Ну, не Орегона. И не Эддон. Какой-то Элтон. Ладно, все ясно. Так, значит, шину оставляем, цепь с Макскута сюда. Чашка остается, подшипник остается, сцепление червяк, насос, остается поршневая. И тут у меня посетила мысль продать джело. Оставить себе эддон. То есть с этого джел 45-18 я, наверное, переставлю коленвал. Сразу же поставлю сюда новую поршневую, наверное, на 43 куба я куплю. Коленвал я поставлю на джел. Поршневая там более-менее, но тоже один задеточек есть ниже выпускного окна. Ну, сантиметра полтора ниже окна, где-то на 5 миллиметров. На скорость не влияет, пила пилит, только щепки летят. Поэтому в ближайшее время я куплю поршневую и сразу разлохмачу две пилы. Эту я собирать не буду пока. Поршневую не оставить. Разберу джел и сразу буду перекидывать с места на место все. Сделаю Франкенштейна, выставлю на Авито. С ценой пока не определился. Поскольку видео, вся эта эпопея началась с видео. Во мне проснулся перекуп, поэтому пойдем по перекупскому пути. Лучше оставляем на Эдон, потому что он свежий. На джел ставим все, что изношено, все, что меня не устраивает, и на Авито в последний путь.